forget to do this clap. Друзья, всем привет. Меня зовут Попов Роман. Если вы смотрите это видео, то вы наверняка уже знаете, что я поучаствовал в конкурсе от Андрея Леброва, где нужно было создать свой 3D-анимационный короткий фильм. Мне повезло не только поучаствовать в этом конкурсе, но и занять в нем первое место. Моя работа была признана лучшей среди других талантливых участников, и поэтому я получил приз. Спонсором в этом конкурсе была компания Synology, которая занимается производством серверов, хранилищ данных. И они предоставили приз за первое место. Наконец-то он ко мне доехал. И сейчас мне не терпится его распаковать, посмотреть, что внутри. Больше коробок. Итак, у нас есть шнур сетевой, у нас есть другой сетевой кабель, куча болтиков, шнур питания и ключи от хранилища. На этом пока все. Вот и оно. Тяжелое. Та-дам! Ну что, друзья, вот и оно. Вот этот сервер, хранилище данных. Выглядит очень здорово. И давайте посмотрим, что в другой коробке. А здесь у нас... Ух! А здесь у нас жесткие диски. Раз жесткий диск, два, три и четыре. Итак, в дополнение к самому хранилищу данных, здесь идут 4 жестких диска на 12 терабайт каждый из них. То есть всего 48 терабайт. Это какие-то нереальные объемы данных. И учитывая, что мои жесткие диски были постоянно заполнены, это потрясающая возможность, потрясающий повод избавиться от этой проблемы. Здесь у нас есть еще оперативная память, да, на 8 гигабайт, две плашки. Я, если честно, не знаю пока, как все это работает, как все это правильно подключить, организовать. Ну что, друзья, а на этом у нас все. Такая вот короткая распаковка получилась. Просто показал то, что мне прислали, свой приз. Я порадовался и хотел разделить с вами эту радость. Я считаю, что это более чем достойный приз за первое место. Я безумно доволен. Теперь, я считаю, многие мои рабочие вопросы могут быть закрыты. По крайней мере, они уйдут на второй план. Я не буду думать вообще о том, что у меня где-то там не хватает места или о том, что я могу что-то потерять из файлов. Все будет храниться в одном месте, и я буду всегда иметь к этому доступ. А значит, это поможет, надеюсь, в моих будущих проектах сделать их еще круче, еще интереснее, еще масштабнее. На этом все. Надеюсь, вам понравилось, было полезно. Не знаю, если хотите, может быть, рассказ о том, как я именно сделал видео, свое конкурсное видео, оставляйте комментарии, лайки, дизлайки. На ваше усмотрение. Вам всего хорошего. Пока!